В этом видео поделюсь рецептом, как приготовить хек на сковороде без раздражающего рыбного запаха. Приготовление не снимает много времени, да и ингредиентов понадобится минимум. Зато яркий вкус этой рыбы оценят все, кто ее попробует. Нам понадобится рыба хек. Я ее помыла, срезала плавнички, удалила черную пленку, которая придает горечь. Порезала на порционные кусочки. Рыбу солить сейчас не нужно. Далее на сковородку 50-60 грамм сливочного масла. Делаем маленький огонь, выкладываем рыбу и накрываем крышкой. Рыба должна не жариться, а томиться в масле и собственном соку. Теперь рыбу нужно посолить и поперчить лимонным перцем. И аккуратно переворачиваем на другую сторону. И тоже нужно посолить и поперчить. И еще раз накрываем крышкой и продолжаем томить до готовности. Рецепт простой, но рыба получается вкусной, мягкой, и мясо легко отделяется от кости. Благодарю всех за внимание и желаю приятного аппетита!